Первоначально, конечно, то, что соперник сильный, и перед игрой как бы нас тренер так завел, очень сильно прочитал какую-то статью, да, то, что там Акбарс приехал вчистую выигрывать нас, да, сказал то, что мы просто так не дадим, мы будем дадим бой, поэтому вот вышли сегодня, как бы играли на равных, я считаю, поэтому и по игре было видно, там в конце это лотерея, эти буллиты, знаете, как бы на мастерстве они выиграли нас, а так скажу то, что бились от начала до конца и сравняли счет там, и вся команда выкладывалась, как бы, и вратарь, и защитники, и нападающие свое дело делали. А как думаете, почему все-таки во втором периоде не смогли развить свой счет 2-0? Почему дали Акбарсу отыграться и выйти вперед? Ну, это хоккей, потому что кто-то забивает, кто-то пропускает, поэтому здесь просто им поудачливый, там они в большинстве доиграли, потом сравняли, да. Может, как-то вышли после первого периода, поведя в счете, как-то не с таким настроем. Потом выровняли, я не знаю, по игре нечего не сказать, то, что пропустили голы. Это хоккей. Можно в первом периоде проиграть, можно в третьем все решить обратно. Ну, как показалось, в третьем периоде «Металлург» особо ничего не давал Акбарсу создать в атаке, вот по сравнению, опять же, с первыми 10 минутами второго периода. То есть работа там у Андрея Кореева минимально была, согласна? Да, считаю то, что сказали тренера, то, что защитникам и нападающим, построже нападающим отрабатывать назад, защитникам все строже играть, поменьше своей зоне, поменьше возить свою зону, чтобы все туда перевозить, потому что нападающие у них такие быстрые, хорошие, там связки есть, поэтому они могут создавать хорошие моменты. Мы старались просто играть строго от обороны. Вы сегодня наконец-то забросили свою первую шайбу в составе «Металлурга». Как в этом плане ощущения, и был ли, может быть, какой-то психологический груз до этого, который мешал вам отличиться? Ну, правильно сказали, психологический груз – это самое главное. Все есть моменты, когда в голове какие-то переживания, что не можешь забить, это самое сложное с собой побороться. Надеюсь, что переломил этот момент, и будем дальше двигаться. Впереди четвертый матч в серии. Ярославский «Локомотив», который в последнее время практически ничего не пропускает. Что скажете по этому сопернику? Честно сказать, нечего. Завтра там посмотрим видео, там тренера скажут по сопернику. Будем смотреть завтра и уже настраиваться.